Глава 26. Будьте честными и поступайте по велению сердца. Если вы что-то взяли, что вам не принадлежит, умножайте взятое вами на 10. Столько вам предстоит потерять в чем-то. В чем? Это может быть время, вещи, деньги и так далее. Кстати, если вы поступили нечестно, распространяете сплетни и слухи, говорите о ком-то плохо, вы читаете также сумму благ, умноженных на 10, которая причиталась вам. Что посеете, то и будете пожинать. Некоторые считают, что сначала они заработают деньги нечестным путем, а затем построят на них честную жизнь. Но ведь если у дерева гнилые корни, то оно рано или поздно погибнет. Зло разрушает само себя, потому что оно направлено против вселенского порядка. Все вернется, что вы отдали в мир, таков закон, который действовал, действует и будет действовать всегда, и для всех без исключения. Кто-то с большим удивлением и непониманием негодует, почему именно с ними поступили так плохо, что-то у них украли, меньше заплатили или вообще обманули. А вы вспомните, всегда ли вы сами поступаете честно, говорите правду, оказываете помощь тем, кто в ней нуждается, или проходите мимо и думаете, что никто не увидит и ничего не узнает, думаете только о себе, а потом вас удивляет, что другие не думают о вас. Если вы мелочны, то это никак не поможет вам в достижении процветания, а наоборот, оттолкнет от вас денежный поток. Ведь все известно, жизнь наблюдает за вами. Как вы поступаете, так она поступает с вами. Только не забывайте умножить все на 10. Поэтому, если вам показалось, что взять полотенце на память, выезжая из отеля, это мелочь, а получается не мелочь, вас вдруг лишили премии. Если вы кого-то оклеветали, вызвали чувство вины, будьте уверены, у вас отнимут, у вас убудет, потому что ничего не проходит бесследно. Вселенная найдет способ взыскать с вас, причем с большими процентами. Поэтому лучше быть честным, всегда поступать по велению сердца и соблюдать духовные законы. Это выгодно и в первую очередь для вас. Если это еще не стало нормой вашей жизни, не удивляйтесь и проблемам, которые возникают. Кассирша магазина, в который я вернулась, чтобы сообщить ей, что, подсчитывая покупки, она забыла взять с меня плату за плащ, смотрела на меня очень удивленными глазами и сказала, что такого она видит, слышит впервые. Если вы честны, творите добро, помогаете другим, делитесь тем, что имеете сами, знаниями, опытом, добрыми словами, мыслями. Умножайте все ваши добрые дела и поступки на 100. Таков ваш счет в небесном банке. Счастье и благосостояние добываются только честной работой. Человеческие несчастья являются в значительной мере следствием попытки свернуть с этого естественного пути. Алчность к деньгам – вернейшее средство не добиться денег. Но если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги – и сами собой появляются в избытке. Это слова Генри Форда I, который доказал это своей жизнью и тем богатством и мировой славой, что он достиг, поставив перед собой цель служения обществу, создания качественных и доступных для потребителей автомобилей, которые являются собой источник радости и комфорта, а не наживы или спекуляции. Он утверждал, если человек думает о себе, о своем обогащении и наживе, то это ненадолго,
потому что когда человек поступает таким образом, он вооружается невежеством и вступает в борьбу со здравым смыслом. А затем он очень долго может удивляться, почему все так быстро испарилось и ушло из его жизни. Корпорация Хилтона, Конрад Хилтон, основатель крупнейшей корпорации в США, Хилтон Хотел, которая принадлежит самые дорогие отели в разных странах мира, начала с того, что получила 25-миллионный кредит на сооружение комфортабельных гостиниц для пассажиров при крупных аэропортах. Спросите, под какой залог? Главным образом, под честное слово порядочного предпринимателя. Пишет Наполеон Хилл в своей книге «Думай и богатей». Честность – это свойство, которое ничем не компенсируется. Она принадлежит так самым глубинным чертам характера. Честность, как и недостаток ее, явственно слышится в каждом произнесенном слове, ощущается во всякой мысли и поступке, и зачастую так проявляется на лице, что распознается с первого взгляда. Бесчестный человек раскрывает свой порог тоном голоса, выражением лица, манерой говорить и всем поведением. Честность и репутация, кредит и процветание в деловой жизни тесно переплетены. Обладая первым, человек завоевывает и три остальных.